Приветствую, любители комнатных растений. Перед вами моя араукария. У меня уже было видео о том, что она решила меня покинуть. И вот я получила вот такое сообщение от Светланы Головачевой. Светлана давно является подписчиком канала и, конечно, очень переживает за любое растение. А тут моя араукария. Да, конечно, я не оставила без внимания этот комментарий, этот совет. И, конечно, вытащила на улицу это растение, рассмотрела внимательно и грунт, и корни, и пришла к выводу. Но об этом смотрите мое видео дальше. Первым делом, конечно, надо осмотреть грунт. Видите, что все замульчировано, и грунт, посмотрите, неплохой, не переувлажнен, не пересушен. И кроме того, убрала всю мульчу сверху, подкисленная, все как положено. Но надо было добраться до истины, в чем же дело. И вот посмотрите, какой замечательный грунт. Чудо-грунт. И причины в грунте я не видела. И тем более, по совету многих, кто раньше старался мне помочь, когда моей араукарии было плохо, советовали гвозди установить, ржавые кусочки металла. Все это я устанавливала. Не так-то легко, конечно, добраться до корневой системы, но вот выложила все металлические кусочки и достала. И как видите, и грунт хороший, и ком земляной выглядит хорошо, никакой гнили, ни червей, никаких насекомых, все с ним в порядке. Сейчас покажу ближе. Но не увидела я никакого изъяна в корневой системе этого моего хвойного растения. Как видите, смузяша внимательно следит за всеми моими действиями, но нет ни одного гнилого корня. Решила еще подкислить грунт. У меня в саду много шишек. Сейчас покажу вам сюжет. Шишки у меня являются декоративным элементом мульчирования почвы в цветнике, но раз в 3 года я их убираю и использую и для гортензий, и создаю кислый грунт. Вот решила и араукарии добавить немного чешуек от старых шишек. Ну и грунт будет немного рыхлый. И добавила также на дно, как дренаж, тоже шишки. Постепенно осядет грунт, и шишки тоже будут использованы растением, если оно, конечно, выживет, для питания. Опавшую хвою я тоже решила установить сюда же, в кашпо. Может пригодиться. Очень, конечно, хочется, чтобы мое растение ожило. Но если этого не произойдет, срежу макушку. Слышала, что макушка может дать корень. Проверю, так это или нет. Полить надо хорошо, потому что видели, что грунт не такой уж влажный. И, конечно, на лето я ее оставлю во дворе. Правда, у нас эти дни очень холодно, поэтому пришлось занести. Но видите, очень-очень нехорошее состояние у моей красотки. Но смотрю, что вот какие-то попытки жить у нее все-таки есть. Эти сухие ветки. Очень надеюсь, что она меня порадует. Всего доброго. Екатерина с вами.